Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате 18 стальных колес экстремальные дальнобойщики. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы с вами продолжаем колесить по серпантинам. И нам нужно 1462 очка здесь набрать, чтобы получить новый ранг непоколебимый. Что ж, мы будем этим заниматься. Что у нас есть на выбор сейчас? Камни 148 очков, 16 миль. Опять-таки камни 97 очков, 9 миль. Лимончики 111 очков, 15 миль. Гравий 404 очка, 42 мили. И давайте мы с вами повезем гравий. Повезем мы из разреза. Аж на свалку. Ну, в принципе, этот маршрут мы с вами вроде как помним. Машинка, кстати, довольно-таки маленькая, вполне удобная. Проблем, я думаю, никаких не возникнет. Погнали. Хотя проблемы могут возникнуть в любой момент, не по нашей вине. Надо мне фары, и так все видно просто прекрасно. Наша задача на сегодня – любой ценой получить новый ранг. И уже не терпится узнать, как будет называться следующий. Пока что мы все еще козел. Горный. Козел. Хоть горный, но все-таки козел. Не очень звучит, но что есть, то есть. Кстати, дождь закончился внезапно. Но туман еще остался. В принципе, туман вдалеке, поэтому нам не мешает абсолютно. Но, кажется, дождь начинается опять. Так, аккуратненько, аккуратненько. Не успел закончиться и снова начался. Опять закончился? Да что ж такое?
То включай, то выключай, дворники. Погода не может определиться. То ли дождь идет, то ли дождь не идет. К чему бы это? Видать, к дождю. Так, я хочу посмотреть, просто мы вообще только в начале пути, скажем так, ехать еще, да, довольно-таки долго. Но зато сразу 400 очков получим. Желательно, конечно, еще и не опоздать, чтобы очки не сняли. Я вроде довольно быстро еду, по крайней мере, стараюсь, прям спешу. Так что, по идее, должны мы вовремя приехать. Может, нам понизу тут тоже опять-таки проехать через тот мостик, на котором всегда аварии. А почему бы и нет? Как-то там чуть-чуть поинтереснее. Всегда азарт. Кто же в этот раз там попал в аварию? В любом случае, кто-то на мосту всегда стоит и моргает. В прошлый раз мы ехали с вами, но аварии никакой не было. Товарищ стоял один вообще, ну, из принципа все равно стоял и моргал. Вот просто так, потому что должен. Потому что почему бы и нет. Очень-очень медленный товарищ, вообще не спешит. Ну, он-то не спешит, у него-то очки не вычтут. А нам нужно спешить.
Успел. Успел. Так, ну все, поедем вниз. Понизу. Да, смотрите, что делается. Вот смотрите, что там делается. Что? Что там происходит за жесть? Главное, чтобы дорога не была перекрыта, и чтобы я мог туда вообще как-то проехать. Всегда там какая-то жесть. По-моему, чуть-чуть я тот бусик цепанул, пока там между них пытался протиснуться только что, но там очень-очень-очень узко было. Но мне показалось, что вроде как я царапнулся. В итоге потом посмотрим по результатам. Если вычтут очки, значит царапнулся. Заметляю, я к нему подъезжаю, он вдруг начинает разгоняться, чтобы не дать мне его обогнать. А впереди машинка его блокирует, и все, пришлось ему экстренно тормозить. Ха-ха-ха. Вот так-то. А так он хотел со мной гонки тут устроить, не позволить мне обгонять его. Так, здесь понизу опять поедем. Ну, мы уже, в принципе, почти приехали. Здесь еще ускоримся хорошенько сейчас. Немножко времени выиграем. Буквально несколько секунд, но все равно...
это зеркало боковое на полкилометра от машины вообще вынесли? Голову нужно аж черти знает куда поворачивать. Так можно шею свернуть, пока будешь в зеркало выглядывать. Все, приехали. Ну что, успели мы? Должны успеть. Должны. Обязаны успеть. Да, мы успели. Превосходно. И ни одного повреждения. Превосходно просто. Жалко, что здесь не пишут, сколько времени максимально нам дается. То есть, насколько хорошо мы приехали. Сколько запаса осталось. 1058 очков нам еще нужно собрать. Мы будем собирать. Что у нас есть? Продовольственные товары. 32 мили. 314 очков. Вода. 16 миль, 135 очков. Не-не-не, сюда не хочу. Шерсть лам. 35 миль, 385 очков. Нитки шерсти лам. 20 миль, 138. Ну, здесь варианты. Либо шерсть лам, либо продовольственные товары. Да, в принципе, тут практически без разницы. Давайте шерсть лам мы, наверное, и повезем из Сакраменто-Альта на рыночную площадь. Ну да, поехали. Ух ты, темнота, превосходно. Ночь, вообще супер. Просто супер. Может даже не включать фары, насладиться этой темнотой. С фарами, ну с фарами опять слишком светло, уже опять не то. Мне хочется наоборот в темноте поездить. А посмотрите, какой огонь этот самый, дождь, прям вообще ливень сильный. Ничего себе, аж все ж льет, льет, льет аж. Земля все вокруг в воде. Превосходно. Не хочу включать фары, хочу насладиться здесь темнотой. Хотя я бы не сказал, что это темно. Я превосходно вообще все вижу. Мне как раз наоборот, вот комфортнее всего сейчас ехать. Без фар, без ничего, вообще прекрасно просто. А днем, когда дождь, тоже так прям заливает все, что-то я такого не замечал как-то, чтобы аж вот так вот лило, чтобы аж все вокруг вот так вот было в воде вот. Хм, странно. Так, нам здесь нужно, да, направо. Превосходная погода, просто превосходная погода. Главное, что нет тумана. Если бы был туман, то уже как бы были бы сложности. А когда тумана нет и просто дождь, который видимость не ухудшает. Конечно, управление вот ухудшается. Вот заметно стало, что сильно начал скользить. Но видимость вообще не ухудшается. Прекрасно вижу и прям классно. В такую погоду ездить прям одно удовольствие. Еще бы чашку с кофейком. И булочку. Или печеньки. Ехать, наслаждаться прям погодой.
и какую-нибудь хорошую, добрую музыку. Например, Cannibal Corpse. Хотя не, у меня в машине... В основном Iron Maiden играет всегда. Как-то очень подходит для езды, для вождения. Ну, все, дождь закончился. Ну ладно. Ну хоть темнота какая-никакая осталась, и то приятно. А ты езди нормально по своей полосе. И фары выключи, мешают. Слепят. Так хорошо в темноте, а они эту тьму уничтожают своими фарами. Мешают наслаждаться темнотой. Стоп, куда мы подождите едем-то? Я опять, ну как всегда забыл, на рынок мы едем. Я опять еду и думаю, куда я вообще еду-то? Туда ли я еду, куда надо? Нам на рыночную площадь. Ну значит, все правильно. Все правильно. А вот что мы везем, я уже забыл. В общем, какие-то ящики, а что внутри, большой-большой секрет. Стоп. Не хотел здесь рисковать, потому что здесь из-за поворота, как здесь часто бывает, может вылететь кто-то и прям лоб в лоб будет. О, кто-то там едет уже. Нужно это учесть. Так, кто-то может вылететь, хотя этот еще не особо быстро. Ой, я зацепился. Это еще не особо быстро. Тут же бывают так вылетают прям, как будто на гонках. Как будто тоже, как и я, спешат доставку завершить, чтобы очки у них и не вычли. А может быть, так и есть. А может быть, я не единственный здесь за очки работаю. Ну, за повреждения все-таки, я думаю, несколько очков у нас снимут по-любому. Но, по крайней мере, мы без опоздания должны приехать. Уж слишком я спешу, поэтому экономлю довольно много времени, я думаю. Ой, небо какое интересное. Прям не то, что темное, а какое-то сине-фиолетово-темное. Тучи прям такие интересные. Звезды есть, отлично. Но опять-таки уже распогодилось и стало слишком светло. Ну вот реально, зачем сейчас включать фары? Видно ж как днем вообще.
раз опять меняют правила дорожного движения, внесли изменения вот некоторое время назад, что теперь за городом в любое время суток, в любое время года ближний свет должен быть включен. Твою ж дивизию, зачем? Зачем? И так ярко, и так все в глаза, и еще ближний свет включать. Специально, чтобы создать больше аварийных... Так это мы дамбу проезжаем, больше аварийных ситуаций создать. Ну а зачем еще? Фары нужны, когда темно. Чтобы и самому как бы видеть, что впереди, куда мы едем. И чтобы нас видели тоже, что вот мы там есть на дороге, что нас нужно... Объезжать, в нас не надо врезаться, да. Обозначать себя на дороге, это так называется правильно. Но когда светло и так, фары ну, ничего не дают абсолютно. Или это у меня что-то не то со зрением? Уже почти приехали. По-моему, становится все светлее и светлее. Вам так не кажется, а? По-моему, скоро уже рассвет. Ну вот, начали мы, конечно, этот рейс. Хорошо было. Более-менее так темновато прям. Еще и дождь тоже сделал свое дело. Прям отлично. Это меня порадовало. Так это мы слева разрез проехали только что. Значит, уже вот подъезжаем. Я уже вон даже вижу, да. Этот рынок... Да, очевидно, что начинается рассвет уже прям вообще. С каждой секундой буквально светлеет. А, ну что? Да, мы успели. Превосходно. Повреждений 5%, 22 очка у нас вышли, мы получили 363, хорошо. Это для этой территории, для этой зоны, это совсем даже немало. 695 очков нам осталось до следующего ранга. Что у нас есть? Гравий, 76 очков за 5 миль. Это довольно выгодно на 5 миль. Опять-таки, из разреза этого на дамбу спешить нужно, потому что никогда мы не успеваем из этого разреза, пока выйдешь. Очков штук 20 нас вычтут, вот тогда будет невыгодно. Горючка. 138 очков за 18 миль. Продовольственные товары. 140 очков за 29. Да не-не-не. Запчасти. 209 очков за 29. Вот это было бы выгодно, если бы только не вот сюда. Вот не хочу. Вот этот серпантин, это кошмар. Не хочу я. Тем более с длинным таким прицепом там... Просто не хочу. Тогда мы уж лучше... Горючку давайте повезем. 138 очков. 18 миль отсюда же. Куда приехали, мы выезжаем. В карьер туда едем. Хорошо, маршрут нам хорошо знаком. А по времени, что у нас это на рассвете? Это утром. Ну, поехали утром. Я бы лучше опять ночью ехал. А жалко, нет здесь опции, чтобы на каждый рейс мы выбирали себя, когда начать. Вечер, утро, ночь и так далее.
Я бы, наверное, только по ночам бы и ездил тогда. Так, теперь нужно учесть, что у нас довольно длинная цистерна сзади, поэтому нужно поаккуратнее, без резких движений. И вот на поворотах теперь опаснее. Ай, я его зацепил концом как раз вот задницы этой цистерны. Ну, про что я и говорил. Теперь у нас цистерна длинная, и нужно к этому привыкнуть. До этого мы ехали вот в последнее время на более таких коротких всяких машинках. А теперь нужно привыкнуть, что цистерна длинная. Соответственно, вести себя нужно чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть больше оставлять, скажем так, зазор для поворотов, для перестроений всяких и так далее. То есть там, где я раньше успевал бы запросто перестроиться, теперь могу не успеть. Это у нас дамба, сюда нам не надо. Немножко мы потеряем, само собой, очков, но ничего страшного. Нам немного там уже останется совсем, буквально там пара доставок еще. Может, даже и одну доставку хватит. Что-то на военной вот этой машинке мы давненько не ездили. Я прямо соскучился. Я не помню, что мы вообще на них возили. Кстати, дождь уже закончился. Так, тут нам не надо. Здесь, кстати, тоже можно просто съезжать, лишь бы понизу проехать. Ну там... Там тоже движение, он, как мы видим, не слабое такое. Ну, разве что для разнообразия можно было бы. Сейчас здесь сверху, как ни странно, пусто. Такое ощущение, что все вот решили проехать по низу. Кстати, мы, по идее, уже и приехали с вами, да?
Да что ж... Так, мы кого-то зацепили. Плевать, будем ехать вместе с ним. Пусть отцепляется. Надо бы поаккуратнее просто проезжать это все, но я не хочу, чтобы вычли очки за опоздание, поэтому я пожертвую очками за аккуратность, за повреждение, но зато вовремя, чтобы приехать. Конечно, там лучше было бы притормозить, аккуратненько подождать, пока он проедет, потом повернуть, но здесь слишком жестокие ограничения по времени в этом регионе. Должен успеть. Зря я, что ли, так спешил? Должен успеть. Обязан успеть, да. Успел. 24 очка сняли. 114 в итоге мы получили. Ну, ничего. Сколько у нас? 581 очко? А, нет, подождите. Это еще многовато. У нас есть тут парочка доставок хороших. Гравий. 421 очко. 42 мили. Из разреза на свалку можно, в принципе. Продовольственные товары 155 очков, 18 миль. Тот же самый маршрут, в принципе, по которому мы только что и ехали. Листья коки 407 очков, 41 миля. Вот сюда, вот в Пакколо. Велосипеды 66 очков, 14 миль. Нет, а мы повезем, давайте, гравий или листья коки. Гравий полдень, будет ярко. Листья коки утро. Кстати, листья коки машинка будет покороче, гравий будет подлиннее машинка. Давайте, наверное, повезем листья коки. Сюда мы намного реже ездим. Вот сюда съездим, опять-таки. Да. На несколько очков меньше, но зато нам будет проще. Да и вот сюда вот съездим. Нормально. Поехали. А мы в Лапасе находим... Нет, мы находимся в Пак... А, мы и из Пакола едем, слушайте. В разрез. Ух ты. Хорошо. Так, надо не забыть, что мы едем в разрез, а не на рыночную площадь. Вот это вот надо не забыть будет. Да. Хорошо. Тем более интересно. Тем более интересно, тем более хорошо. А вот уже после этой доставки, я думаю, одну доставку средненькую взять. И нам будет достаточно, чтобы получить следующий ранг. Ой-ой, засмотрелся. И, конечно, если мы кучу очков не потеряем по пути. Полно вот товарищей стоит, которые тоже хотели не потерять очки. Спешили.
Но в итоге вот стоят, где стоят, как памятники. Давайте мы для разнообразия проедем с отключенными дворниками, а? Просто вот для разнообразия. Просто хочется как-то, не знаю, посмотреть на дождь на лобовом стекле. Почему бы и нет? Ух ты! Ух ты! Кстати, нет, днем такого эффекта, который мы видели, или есть, смотрите, если смотрю в окно, есть на земле такой эффект, который мы видели ночью, а через лобовое стекло такого эффекта нету, не видно, я имею в виду на земле, собственно, эффект дождя. Все, дождь закончился уже. Немножко он нас побаловал. И все. Ну, что поделать. Да тут зона довольно опасная. Я помню еще в прошлый раз, когда мы сюда ехали. Я думал, что, наверное, лучше сюда не ездить. Здесь мы просто время теряем. Осторожничаем. Если не осторожничать, то можно где-то там очень-очень далеко внизу оказаться. Вот на велосипедах по таким серпантинам кататься. Вот это, конечно, классно. Кстати, да, запоминаем, что едем мы в этот раз в разрез, а не на рынок. Нужно об этом самому себе напомнить, когда мы проедем дамбу.
Да, я знал, что ты здесь сейчас выглянешь, но все равно тебя зацепил. Чего ты бибикаешь? Как будто я тебя не вижу. Ой-ой-ой-ой. Вот это я зря. Вот это я зря, я там спешу. Ну, хочется ж побыстрее. Хочется побыстрее уже просто здесь завершить и вернуться на Аляску. Поэтому спешу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, наверное, перевернуться можно. Лучше так не рисковать. Не стараться ничего срезать. Ну, зато я более чем уверен, что по времени мы точно успеем. Даже учитывая, что в разрез там нужно еще ж заехать туда внутрь, покружлять там. Скоро уже дамба будет. Это значит, что в принципе нам осталось уже недалеко. Дамбу проехали. Все, теперь только разрез нам нужен. Да твою ж дивизию, чем я тебя зацепил? Ну, в общем, полетай там. Куда он поехал? Да ему все равно он поехал. Да чем я его зацепил? Зеркалом, что ли?
Ну да, я к нему близко проехал, но я как бы спокойно там проезжал, рядом. Здесь как-то не очень все рассчитано. В притирку проезжать вообще опасно. Коллайдер получается у машины намного больше, чем на самом деле. Но это было, в принципе, заметно 100 раз, когда мы прицепом кого-то зацепляли, к примеру, и тащили потом за собой, хотя на самом деле даже не прикасались к машине. В принципе, уже он подъезжаем. Так, где, стоп. Нет, надо сюда заехать, да? Так, сюда и сюда. Ну, по времени по-любому успели. Да, успели. Ну, получили чуть-чуть повреждений. 358 очков мы получили. Хорошо, ну это хорошо. Нам 223 очка еще осталось. И здесь только один заказ, как назло, который нам в итоге подходит. Есть лимоны, 21 миля, 114 очков. И плюс место, которое я не хочу. Соя есть, то же самое. 54 очка, 11 миль. Одежда, 120 очков, 12 миль. Картошка, что, сюда? Не повезу я сюда картошку. Нет, 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 берем. Единственный заказ, который не сюда. Одежду. Ну да, нам этого заказа не хватит. Ну что поделать, это точно нет. Это точно нет и это точно нет. Медным исключением остается только одежда. 120 очков, 12 миль. Из деревушки на свалку. Полдень. Облачно. Ну что поделать, ладно, поехали. Потом придется еще раз, значит, ехать. Вообще, с заказами сейчас не повезло. Выбора, в принципе, нету. Давайте как можно быстрее проедем. Ну и тогда уже нам после этого заказа вообще даже самый микроскопический, по идее, подойдет. Ну, не самый микроскопический, но маленький, в смысле, там, на 100 очков, к примеру, по-моему, должен уже подойти по-любому. Ну вот это рейс по маршруту, он простой. Здесь сейчас понизу едем нормально, потом опять понизу там проедем.
Узнаем о ралли на грузовиках у нас. Ничего, зато в следующий раз мы на Аляску снова возвращаемся. Потом в Австралию опять. Ну а потом придется снова сюда вернуться. И, кстати, еще неизвестно сколько раз. Стой! Да стой ты! Куда ты мне дорогу перекрыл? Мне туда как раз и нужно. Вот эту дорогу я люблю. Здесь никогда никого нет вообще. Никто не мешает, вот. Прекрасно можно проехать. И безопасно. В принципе, все, приехали. Ну теперь уже по-любому один заказ остался. По-любому. Эти чего стоят, врезались там или что? Поделиться не могут. Да, по времени все прекрасно. По состоянию 2 очка вычли. Это мы как-то переживем. Что нам осталось? 105 очков, да? Хорошо, смотрим. Нитки с шерстилам. 299 очков за 32 мили. С деревушки на рынок. Гравий. 404 очка за 42 мили. Одежда. 119 очков за 15 миль. Из деревушки на главную площадь. И песок. 468 очков. Из разрезов. В этот пригород нет ни в коем случае. Вот я думаю, надежду, наверное, взять. Или уже нитки с шерстилам свозить. Давайте, наверное, одежду повезем. Да, поехали. Здесь поднимаемся наверх сейчас, потом там направо и просто едем прямо, а потом налево. Ну, как-то так. Если здесь не потеряем очки, кстати говоря, нужно нам не потерять очки здесь. Если не потеряем очки, то получим сразу следующий ранг. Поэтому здесь нужно очки не потерять. За это задание мы получим 119, если не ошибаюсь, а нам нужно 105 очков для ранга.
Давайте без дворников прокатимся, посмотрим на капли дождя на лобовом стекле. Давайте постараемся, что ли, ни в кого не врезаться, а? Но при этом все равно нужно спешить. Остановились, товарищи. А, все, вот и весь дождь, да? Поморосил чуть-чуть, да и все. Ты чего? Ты куда ты лезешь? Ты можешь ехать по правой стороне. Твою дивизию. Ну что за искусственный интеллект? Ну почему нет кнопки вообще отключить его? Лучше вообще ехать в одиночестве, чем с таким вот искусственным интеллектом. Я бы лучше ехал бы вообще сам тут. Тут и так опасности вон. А теперь из нас очки вычтут. За то, что он в нас врезался, вычтут почему-то у нас очки. Это тут прямо болезнь любого симулятора вождения грузовика. Кто бы ни был виноват на дороге, хуже все равно игроку. Игрок всегда крайний. Подъезжаем. По крайней мере, туда налево никто не поворачивает. Хоть там мы спокойненько проедем сами. Вот все же отлично было. Прям прекрасно все ехал. Нет же ж, меня таранят. Вот сам же ж нигде не врезался. Но зато другие постарались в меня врезаться. Давайте будем надеяться, что очков немного вычтут за это. Нам главное, чтобы мы получили 105 очков. То есть, если 119 здесь оплата заказа, то могут вычесть 14 очков. Это мы переживем спокойно. И нам не придется ехать еще один рейс. Приехали, вот сейчас ключевой момент, посмотрим, что у нас получилось.
По времени по-любому должны успеть. Да, по времени мы точно успели. Повреждение. Минус 4 очка. Ха, отлично. 115 очков мы получаем. И вместе с этим мы получаем... Да, мы теперь новый ранг получили. Мы непоколебимый. Следующий ранг... Любимчик Господа. Правда? Что-нибудь новенькое появилось? Велосипеды, лом, продовольственные товары, лимоны. Ничегошеньки новенького, к сожалению, не получилось, не появилось у нас в заказах, ребята. Ну ладно, что ж, здесь мы с вами уже на сегодня прервемся. В следующий раз мы отправимся снова на Аляску. Я уже по ней соскучился. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока!